Привет! Вы на канале Real Game. В прошлом эпизоде мы завершили контракт с доктором Дре. Сейчас поговорим о более мелких контрактах. Но за них тоже неплохо платят. Работать будем в трех направлениях. Ликвидация, защита, возврат имущества. За какой контракт больше платят, за тот и беремся. В целом задания несложные, нужно просто разобраться в механике выполнения. Есть два способа, чтобы начать выполнение контракта. Можно позвонить Франклину, и он подгонит вам задание на свое усмотрение. Или же в агентстве зайти в свой офис и выбрать более выгодный контракт. Чтоб веселее работалось. Итак, что тут у нас? Как я и говорил, три контракта, выбираем самый выгодный. Контракт по обеспечению безопасности, возврат ценностей. На выхлопе без малого 75к. Франклин нам сейчас даст весь расклад. Этот контракт выполняем впервые. Hey, look, so our client is the CEO of a fancy ass perfume brand, Le Chien, whatever the fuck that is. Well, little Miss 1% just had a taste of the real world. Got herself mugged while she was smoking outside of whatever fucking restaurant they eat at this week. The MO sounds like the lost MC, you know what I'm saying? They made off with all her jewelry, and get this, the necklace don't even belong to her. She has stolen it from one of her rich girlfriends, so she can't go to the fucking cops. That's where we come in. The Loss have been hanging out over in West Vinewood over in Tequila La. Hey, go pay him a visit and get that fucking jury back, alright? Все ясно. Как говорится, будем грабить награбленное. Какую-то богатую бабищу пропащие выставили на гоп-стоп. Подрезали у нее ожерелье, которое она, в свою очередь, замутила у какой-то подруги. Так что через легавых вопрос ей решать не вариант. Мы на месте, зайдем с черного входа. Волыну пока светить не будем, посмотрим, что там к чему. Имани говорит, что байкеры спрятали украшение где-то в сейфе. Ищем сейф и код от него. Эти ленивые ублюдки наверняка хранят его где-то вблизи. Мы внутри, по умолчанию у нас выскочила бита. К чему бы это? Гасим этих козлов. Нихера себе, они со стволами, а я с битой. А что вы хотели? Байкеры-наркоторговцы без волын. Было бы странно. Ладно, элемент неожиданности нам помог. Бита по умолчанию, скорее всего, баг. Сейф мы нашли, осталось найти код от него. Лежать, черти македонские. Чё зыришь? Какие-то они здесь пленные все. Где же этот код может быть? Здесь нет ничего. Надо, наверное, в подвал спуститься, может, там будет. Чё, нежданчик? Пёс, чуть не вальнул нас. Здесь, походу, тоже нет ничего интересного. А вот и код. Двигаемся в темпе вальса назад к сейфу. Опять эти черти повсюду. Есть то, что нам надо. Come on, pussy!
Возьмем Волыну посерьезней дробовика. Хрен знает, что нас там ждет на улице. Как оказалось, ничего серьезного. Уходим. Цель за малым достигнута. Осталось только доставить ожерелье в агентство. Нас даже никто не преследовал. Прям удивили. Ну чё, Франклин, всё готово. Это точило Франклина. Отличная бричка. Ну а чё, может себе позволить? По сюжетке их троица нормально такой куш подняла. Но мы тоже не на «Жигулях» ездим. Хоть и «Жигули» тоже у нас есть. Потом покажу. Двигаемся в центр. Там сейчас еще что-нибудь замутим. Роллс по управлению намного круче того спорткара, но по скорости немного уступает. У нас появился заказ, двигаемся к ближайшему таксофону. Заказные убийства – отличная тема для фарма. Hey, look, today's target is a cautionary tale, homie. The target is one of the founding members of that phone company, Bittersweet. Man, back in the day, he lived a whole Vinewood tech pioneer life. Private jets, kale smoothies, cocaine for breakfast. Man, you know all that crazy shit. Then everyone started buying iPhone phones instead. And he went off the rail real fucking fast. Got into all sorts of nasty shit. And I mean nasty shit. And the company fucking tanked. But now they got a chance of a new relaunch to turn it all around. But here's where we come in. His co-founder's still clean as they come. But he can't do shit while this degenerate fuck has the reins. So we gonna arrange for him to have a little accident. The co-founder takes over, and then the stock prices pick up. Which means our clients gonna make big fucking bank. And we get paid. We got the target at the motel with a nasty ass prostitute right now. Go put his ass out of his misery. Ну чё, всё ясно. Погнали. Нам необходимо его не просто грохнуть, а грохнуть определенным способом. Тогда нам заплатят бонус. Мы почти на месте. Необходимо поджечь этого дебила, когда он будет в своей тачке. Заказ выполняем первый раз. Пошли посмотрим, что там к чему. Смотрите, баба под забором валяется. Бухая или типа загорает. Так что тогда в тени лежит? Наверное, бухая. Походу, вот его чермет. Ща по-бырому бензином все тут обольем. Чтоб наверняка. Сейчас где-нибудь зашкиримся и будем его ждать. Смотрите, баба бухая проснулась. Цель подходит к своему ведру. Швырнем в него коктейлем Молотова. Бля, ты куда? Как такое возможно? Догоняем его, пока он далеко не ушел и мы не просрали заказ. Надо было на пару секунд раньше коктейль кидать. Уже бы этот пес догорал. Мы его догоняем. Еще один коктейль сейчас запулим. Вообще норм попали. Готово. Пятнашка выплата, 70 премия. Итого 85к. Ну чё, мы находимся в нашем агентстве. После напряженной работы немного отдохнули. Можем еще что-нибудь замутить.
Напряженное это может быть громко сказано, но было волнительно, когда эта псина пыталась свалить от нас. Такого рода заказах нужно в точности выполнять, что хочет заказчик. Тогда будет нормальная оплата. Если сделаем по-своему, заплатят понты. В выполнениях контрактов там все попроще. Просто оговаривается цель, как мы ее будем достигать всем по барабану. Гоу, замутим еще один контракт. Мы в офисе, сейчас выберем что-нибудь посолидней. За возврат транспорта предлагают неплохие деньги. Беремся. Агентство можно покидать на вертушке. Then you're gonna get the wrong kind of attention. Shit, how do I know? Cause that wrist fuck is our latest client. Got his brand new supercar jacked just 2 minutes after he got it. Look, Imani's tracking this to some garage in Davis. Belongs to the Ballers. So I wouldn't go down there packing light, you feel me? Just pick up the car and bring it back to the client. У очередного богатика Балласы отжали суперкар. Нам необходимо его вернуть. Сейчас найдем место для посадки. Пойдем объясним им, почем в Одессе помидоры. Просто всех кромсаем в капусту, забираем тачку и валим. Вроде все просто. И чё тут у нас? Кучка вооруженных гангстеров. Используем элемент неожиданности, немного фарта и меткой стрельбы. Приступим. Ну где-то челов 5 положили, парочку ранили. Продолжим. Эти гамадрилы отстреливаются, так и вальнуть ненароком могут. Меняем место. Подправим здоровье. Вылазь уже давай. Всем капут походу. Вон точило, забираем и уходим. Напишите в комментах, что за тачка. Очень на ламбу похоже, но я могу ошибаться. Все ок, от хвоста оторвались. На этом пока все. До новых встреч.